Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир и добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как обезопасить ваш Instagram профиль от взлома. Итак, что мы знаем? Есть куча сервисов, как можно взломать Instagram аккаунт, или может кто-то знает ваш пароль, тайком как-то подсмотрел, но это уже не важно. Суть. То есть, когда выходят в Instagram, есть такое как хранение входов, но это нам особо не важно, но есть такое как двухфакторная аутентификация, то есть шифрование данных. Вам нужно эту функцию включить, чтобы вас не могли взломать. То есть с помощью этой функции уже говорит нам о том, что вас никто не сможет взломать, по крайней мере вам будет прилетать SMS оповещение. Тогда вы будете знать, что вам нужно будет быстро зайти и сменить пароль. Итак, когда вы зайдете в профиль, вам нужно будет зайти в настройки, ищем пункт «Безопасность» и «Двухфакторная аутентификация». Перейдете сюда, и вам нужно будет нажать вот на SMS, то есть отправляете номер на ваш телефон, добавляете его, если его раньше не было, и активируете этот ползунок. И все, ваш аккаунт, считайте, будет защищен уже. То есть коды восстановления вам покажут, там, по-моему, около 6 штук. Вы сделаете для себя скрин, если вам нужно будет восстановить, но это не обязательно. То есть просто если вам будет когда-то прилетать уже оповещение SMS, что вам пришел код под Instagram, будете знать, что вас уже по крайней мере взламывают, заходите быстренько и меняете пароль. И все. И на этом, в принципе, дело и закончилось. То есть вы себя обезопасили, никаких проблем будете больше испытывать. Вот так вот. Также переходите на мой канал Apple Expert, он есть в описании у меня в профиле, вот здесь перейдете. Очень много полезного для iOS устройств, для Android. Найдете очень много полезного для себя, полезной информации. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, не забывайте оставлять комментарии, для меня это очень важно. Может, знаете вы еще какие-то способы. Всем пока!